Общественная палата Московской области провела мониторинг спортивных площадок региона. В Люберцах общественникам предстояло проделать большую работу. Какие же недочеты выявили и каково состояние объекта в целом, узнавала наша съемочная группа. С детских площадок на спортивные Аня перешла 3 года назад. У юной спортсменки теперь каждый день активный. Девочка занималась на тренажерах во всех уголках городского округа. Мне очень нравится заниматься спортом. Когда я вижу всякие площадки, мы идем туда с друзьями и занимаемся. Я рада, что очень много тренажеров в Люберцах. Аня уверена, все площадки одинаково хороши. Но так ли это на самом деле, определили зоркие и опытные члены общественной палаты? Безопасны ли тренажеры и как они содержатся? Общественники проверяли неделю. Внимание обращали на все. На напольное покрытие, состояние и прочность тренажеров и наличие элементов. 44 площадки мы объехали, вот, посмотрели и были приятно удивлены, что в основном площадки у нас в хорошем состоянии. Качество покрытия, за редким исключением, хорошее. Мы смотрели качество соединительных швов, хомутов, винтовых соединений. В основном все эти соединения прочные. Площадки хорошо освещены. Мониторинг выявил и недостатки. Так, запасное поле торпеда нужно привести в порядок, считают общественники. Недочеты нашли и на придомовых территориях. Нарекания в основном были по содержанию именно спортивного инвентаря. То есть есть баскетбольная площадка, к примеру, есть хорошее покрытие, есть освещение, есть лавочки, все, вопросов нет. Баскетбольный щит висит, баскетбольной корзины нет. Скажем так, это редкие исключения, но они есть. И задача управляющих компаний – производить текущий ремонт. Спортивным площадкам округа уделяется должное внимание. А у люберчан есть почти 300 мест для занятия физкультурой. Такое заключение составили общественники после мониторинга. Его они передадут в региональную общественную палату для разработки планов дальнейшей работы. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.